слушатели, с вами Мася Псих. Сегодня я решила покрутить капсулки. Буду я, наверное, крутить в черепашечий панцирь. Посмотрим, фартанет, нет. Покупать капсул много не буду, возьму 5 штучек, наверное, где-то так. И посмотрим, улыбнется в этот раз мне удача или нет. Ух, что-то я так очкую прям вообще, прям страшно. Только не желай мне удачи, не надо. А то обычно желают удачи, ни пуха, ни пера, там, и потом большой и толстый. Блин. Сань, прикинь, а если снайперка выпадет? Прикинь, как обидно будет. Не, ну хоть что-нибудь, понимаешь? А если ничего не выпадет, это вообще обидно будет. Господи, 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 блин. И как мне хоть бы там нахуй ножик бы упал, я порадовался. Ой, боже, боже. Сколько никто, что нихуя не падает. Да? Угу. Я бы даже песту там радовался, блядь. Ой, ой, купить, купить, покупай 5 капсул. Блин, я очкую. Блин, блин, блин. Не очкую. Блин, прям глаза захотелось им закрыть и не смотреть на это. Я лох. Бля-бля-бля-бля-бля. Да что за бред? Последняя капсула осталась. А-а-а. Блин, и сейчас опять большой и толстый будет. С богом. Ага. Я так и поняла. Ладно. Чё? Дополнительные капсулы предлагают купить. Фу, блин, жизнь, боль. Дополнительные, пипец, пипец. Она капсула 120 стоит. Мне хватает 2 капсулы. Купить, не купить, как думаешь? Купить, нет? Не знаю. Иди. Сама думаю. Руки-то так чешутся. Божечки. Я лох. Ну ладно, с богом. Я в тебя верю. И большой, и толстый, большой, и толстый, Да, я так и знала, так и знала, так и знала. Да, да, да. Я лох. Лох — это судьба, да. Я так и знала, как всегда. Господи, господи, господи. Капсула — это зло. Это вообще, это зло.